谁 <Shit. S 2> Доброй ночи, друзья! Возвращаемся мы, студия СЛТВ, КС Саммит, сезон под номером 2, Кван Окрох по-прежнему у микрофона и вторая карта на очереди, Дед Мираж. И еще раз здравствуйте, друзья, герои каким-то образом вновь умудрились выиграть пистолетный раунд. Пистолетка — это наш профиль, говорят героики, но вот ответ может быть действительно внушительным от Cloud9, форс раунд от них, они уже в большинстве, но, правда, аутиматик на базе Б находится. Очень странная траектория движения. Тем не менее, героик пока не спеша делать этот ретейк. Нашли скаду удла. медлительное действительно выбивание. Две последние позиции на точке А понятны. А вот где аутиматик? Аутиматик торопится. Бомба поставлена, в принципе, комфортно. Можно нашивать по диффузищему С третьей. С третьего выстрела все-таки нейтрализует этого товарища. И что там? Ай-яй-яй, бомба пищит, успевает ли Юги? Непонятно. 3-2-1 секунда. И это дефьюз. Так, ну хватает, даже с небольшим запасом времени, диффуз этой бомбы, и на тоненького, на тоненького берут для себя второй раунд. Все-таки Cloud9 имели неиллюзорные шансы забрать очередной форс, перевернуть ситуацию в половине, ну и, в общем-то, задоминировать, как это было по ходу предыдущей карты Инферно. Напомним, что, кстати, ну, она закончилась со счетом 16-4, Три раунда в атаке для э, героек, один в защите, и на этом все. Да, стоит забыть, как страшный сон. Действительно, карту Инферно сейчас датскому коллективу. Но вот на Мираже, на пике, кстати, Cloud9, дела обстоят пока получше. Для них Юги сделал в прошлом раунде квадра, разминировал бомбу. И сейчас СВП уже казнил Тарика в центре. Так, ну и тем не менее, не отказывается звено от работы с медом. В свою очередь, Стью нашивает смачки под агрессивный пик соперника. Видим, что Близко находится Изи тем не менее, спрятался здесь за стеночкой. Уже будет штрафовать, если вдруг проход будет осуществлен. Стюй там немного натопал. Аутиматик пытается выйти под коннектор, но эта позиция оказалась абсолютно пустой. Бомба возвращается на респаун и, наверное, все-таки пойдут на Б клоуднайн. Фейк клоуднайн или клоуднайн? Тайны тысячелетия. Прямо сейчас. Что, 4 Б просто пойдут? Ну вот... Действительно решают идти на Изитега Стюи подозревает, что Тайминг отпущен и соперник может находиться вплотную здесь аккуратно каждый угол проверяет. Но тут на перемещении все-таки не подловили Изитега. Молотов на машину не мешает здесь Стоп. игроку героя. Изитег, сколько соперников убьет? Ноль, просто ноль. Но есть еще Нико. Стоп. Оп. Первого забрал, но разменялись быстро. Ну как-то занервничал на самом-то деле. Начал э, перемещаться влево-вправо, хотя мог бы пропускать соперника, искать вторую жертву. Только после этого возвращаться к первому. А так бомба поставлена 2 в 3, и нужно подходить к выбиванию. Причем будут ждать позицию моди который очень долго будет идти. Юги все-таки, да, штрафанул Скадудла. Изначально у Скадудла была классная вот эта, классная позиционочка в этом углу с прострелом дверного проема, но решил все-таки выйти более широко, за что был наказан снайпером команды Героик. ну и не похоже на себя. На самом-то деле ребята из Героик, 8 фрагов уже у Юги. Ника 2 настреляла. Походу первой половины Инферно у него вообще один в активе был. Ну, может быть. Может быть, заявочку на третью карту здесь все-таки хотят оформлять героик. По крайней мере, пистолетку, первый девайсный и все сопутствующие раунды, пока они выиграли. Так, ну и форс. Форс от Cloud9. Две ЦЗшки. 50-й Дигл. Четыре смока, но пока я вижу в центре ни одного не прокинули. Говорю про команду Cloud9, конечно же, жестью уже в тоннеле. Ожидают здесь действительно прохода по подвалу и попытаются замкнуть сразу с двух позиций. И все это выглядит как сплит-атака на точку А. Но пока медлят, никакого контрпуша не предвидится. Довольно опасливо здесь и дисциплинированно отыгрывают героек. Нико. На шорте его тиммейт чекает прыжками подходы к базе Б. Аутиматик в яме дожидается отмашки своих тиммейтов, чтобы оформить сплит-выход. Ну и до какого же момента времени эти четыре смока будут хранить? Игроки команды Cloud9 закроют, наверное, окно шорты. Побегут все-таки на точку А. Или нет, это просто это выход в никуда. Но, на самом деле перспективно выглядит. Этот выход, если удастся сейчас перестрелять снайпе. Растерялся тот, спрей по всем, никуда не попадает. Зашили его. Четыре в одного. Последний зитек. Кошмарные события в стане коллектива героек. Почему шарта их никто не убил? Почему в упоре Снапи не справился со спреем? Все эти вопросы отправляются в вечность. Cloud9 уже установили бомбу, забрали АВП, кучу девайсов. И с гордо поднятой головой делаю счет 3-1. Ну вот, не с первой попытки форса, так со второй все-таки Cloud9 здесь отвечают. И, ну, переворачивают ситуацию на этой карте. Приходится изи-тегу действительно сейвить. Никаких шансов на выбивание уже поставленной бомбы нет. А тут еще за ним на охоту выдвигался Стюй Немножечко не дочекал белый. Ну, убьют, скорее всего, слишком много. Слишком много здесь уже игроков команды Cloud9. Хотя до, до конца цепляется EasyTech. Выбил довольно много девайсов. Но выживет но ли сам? Попытается затеряться в смоках. Нет, все-таки с ассистом от Раш, последний фраг в этом раунде делает. Первый раунд для Cloud9. Ну и с деньгами уже начинаются проблемы, несмотря на то, что серию с трех забрали под свой контроль героики, после первого проигранного вынуждены проводить экономический. Так-так-так, а есть ли какой-то план Б у команды героик? Ну, судя по всему, нет. Никто мидл не взрывает, да и, в принципе, какую-то агрессию я пока не вижу. Да, в упор яма, но опять-таки с юспами тут. Ну, какой дефолт упоре. разыгрывается. То есть, по факту, здесь э, надеются героики, что каждый в своих перестрелках э, одержит верх. Поджим ямы не работает. Без флешки так уж точно. Делать там было абсолютно нечего. Снапи здесь проверяется, не до конца проверяется. Вот это подарок. Ну, трофейный девайс подобрать ему так или иначе не дадут. Весь этот поджим разваливается. Остается последний изитег. К нему просто не ходили. Он на базе Б до последнего момента был. Ну и тут, наверное, раунд уже выглядит как поиски Изитега. Ну, увидел в прыжке аутиматик. Парня в шарте. Изитег понимает, что его позиция скомпрометирована. Меняет местоположение на кухню. Но тут по патрончику его уже Тарик вычисляет. 3-2. Так, ну и деньги появляются на руках у героев, даже со снайперской винтовкой. Кстати, неплохо уже Юги выглядит по ходу этой карты, поэтому почему бы и нет. Но, правда, будет без армора. Очень многое зависит от АВП. Действительно, в обороне на карте Мираж можно показывать гибкую, агрессивную игру, что, в принципе, и должен здесь делать Юги. Но его отправили смотреть просто Бэплэнд. Ну, тоже вариант. Остальные четверо могут заниматься медлом и точкой А. Ну, поочередно, кстати, кто-то у героиков проседает на этот раз. С одним фрагом в активе по-прежнему находится швед. Моди многоопытный, Ну вот пока его не хватает. Раш ждет продолжение аркад под яму, но, как мы видим, героик стали все-таки в упор, но более сейвово. Снапи может в любой момент начекать А ковры, ну а бомба как раз-таки движется к АВП, к мистеру Юге под Б-плантом. Так, ну распределились Cloud9 по карте. В принципе, всевозможные агрессивные действия уже будут пресекаться. И действительно, на острие атаки Скадудл. Стюи. Дефолтный Молотов нет, кстати, не на машину, а в упор. В упоре Четыре никого не было. человека у героек по факту находятся на точке А. Святая вера в своего снайпера. Юги должен оправдать ожидания, хотя Cloud9 бомбу носят, возможно, в шорт. Пока не ясно. Так, ну, пока не пользуются этим таймингом Cloud9. На самом деле видно нам только лишь по радару, что на точке B находится всего лишь один. Перемещение поближе к меду. Пошла волновая раскидка повторная. С мочком отрезано окно. Туда же будет заброшенный Молотов. Mm -hmm. Классический смог глубокий на коннектор уже лег от Cloud9. Ну и, соответственно, выход на базу Б. Странно, что героев никак на это не реагируют. 25 секунд, дымом закрыли коннектор. Что же это может быть за раунд? Ну, обманчиво, то есть гранаты летят, как будто выходят на точку А, но пошли на шорт, пошли в дом ну не знаю, можно было все-таки подумать, что если закрыли коннектор и вообще никого не было на карте, то ну, все-таки один юги там на Б навряд ли справится. Никто не чекал, опять-таки опасливый засадный Counter Strike в исполнении датского коллектива расставились. А вдруг повезет четвером на точке А дожидались до последнего. Кстати, ну наверное очень серьезно и долго смотрели демки своих соперников с мажора там да по большей части как раз таки Cloud9 давлели в атаке над плентом А. Ну здесь все четко разрулили раскидали на фейк и ушли под базу Б. Ну, теперь остаются геройки сейвить. Хорошие новости для датской команды это, конечно, 4 девайса, которые они перенесут в раунд под номером 7. Ну и, конечно же, ничья пока устраивает, в принципе, как одну, так и другую команду. Вопрос в дальнейшем развитии в рамках этой первой половины. Пока вроде бы Cloud9 набирают уверенно. Три раунда подряд действительно забрали. Все, что удалось выиграть героикам, это пистолетный Антифорс. И на третьем Клуднайн был бай. Но ну, опять-таки там десантирование довольно-таки быстрое было на точку Б. Удалось отбиться от него и по итогу забрать этот раунд 3 в 2. Так, показали нам в очередной раз коэффициенты, но вот э, не включили ХП и патроны. Такое тоже бывает. 6 раундов позади. Смотрим, седьмой. Ну и верим, верим в то, что все-таки борьба будет у нас на Мираже, потому что, ну, Инферно получилось слишком простым для Клоуд да, действительно, здесь хочется, чтобы героики, ну, по крайней мере, за сторону защиты, когда не нужно придумывать велосипеды, действовать первым номером, хотя бы просто отбивались четко и какие-то свои 5-6 раундов забрали. Пока что в их пользу. Действия дважды, Снапи и Моди по фрагу, Моди еще одного хоронит, вдвоем остаются Скадудл и Раш, бомба на Искру, Снайпер попытается засейвить. Бомба есть. 2 в 4. Ну что же, звездный час для Скадудла. Попытается расконтролить коннектор. Но нет, звездный час для Раша. Минус 2 на КТ. Это раунд 2 в 4, господа. Развалился ретейк у героек. Остается последний изитек. Ну, знает его место расположения своих соперников, но как оттуда их выуживать? Опачки. Сгорел! Там у вообще был безоружный. Так, байтит на диффуз этой бомбы. Изитег, выманивая своего соперника. У Скадутла не очень удобный девайс. Это АВП, но тут тоже не промах. Не выходит на уверенности до последнего. Диффуз от Изи а. Нужно выходить с Кадутлу. И все-таки свичнул он девайс на калаш и перестреливает Изи Тега. 4-3, четвертый раунд подряд для себя. cloud 9 берут. Причем этот забирает из ситуации в абсолютном меньшинстве. Такой, конечно, серьезнейший удар сейчас по морали. Нанесли Cloud9 для своих оппонентов. Э, ну, уже 4 в 2. Можно было как-то разобраться с этим раундом, но не получается. Не получается в самый важный момент времени все-таки мобилизироваться команде героек. Ну, жесткий рассинхрон поймали героики. То есть синхронный ретейк был. Не дождались одного. Вдвоем пикать сети спаун. Получают. Скадудла. Так, ну теперь просто-напросто атака на контакт. Точки А. Вскрываются поочередно позиции и на коврах, и на Головах. Ну, и выглядит это все как очень легкая прогулка для клоудов. Пятый раунд не за горами. Связка Нико плюс Юги. У Ника есть армор. Юги просто ä, с голым диглом на руках, но он находит свой минус. Правда, Тарик был неподалеку. Нико. Вот так надо было на инферно попадать. Ну, еще два хедшота осталось ему сделать. Позиция одного соперника известна. С первой пульчики в голову не попадает. Тем не менее, серьезно дамаженным оставляет своего визави. Достреливает Тарика. Как Тарик вообще не попадал, вот это вопрос. Ну, Ника без китов. Тут, конечно, нужно играть на бомбу, но Утиматик решил, что уж он все-таки не промахнется. Ну, несмотря по ни на что, довольно близкий раунд получился. То есть отсутствие должных девайсов у героиков все равно, они доводят до ситуации, по большей части, заслугами Ника. До ситуации один в одного. Полноценный девайсный сейчас и для героек, и для Cloud9. Юге, начав со статистики 8-2, по-моему, сделал только один фраг. И вновь, вновь с АВП на руках нужно помогать своей команде. Так, ну и очередная раскидка медан, довольно-таки стандартная для Cloud9, но абсолютно ничего не означающая. По большей части звено вместе с бомбой находится как раз-таки под ямой. Немножечко раскрепощенно начали действовать Cloud9, понимают, что проблемы серьезные с обороной базы А. Ну вот здесь как раз-таки Юги отстрелялся. Не самая очевидная позиция на Делтоне для снайпера. Отыгрывал по большей части он окно. И два минуса в ее исполнении. Абсолютная так. паника. 2 а в вот. 5. 2 в 5. Автоматик один против двоих. Есть инфа. Патроны. Патроны, патроны, как же... <с away> да, не Ой, нужны патроны. Вот это залив. Просто с глока по голове Модис съездил. Знает, где последний. Чекает а того. Вот, через искру простреливает, забирает последнего Бедолагу Юги, который начинал с плюса этот раунд для собственной команды. Казалось бы, сделал все, что нужно. Но нет. Клауда сильнее, это уже 6-3. 2 в 5. Шок-контент просто. Прыгают выше головы сегодня Cloud9. У героек абсолютно же ничего не получается. Девайсы валятся из рук, мышки дрожат. Ну, действительно, это тотальный провал. Проиграть 4 в 2, потом еще и 5 в 2. Ну, это слишком-слишком жестко. Ну, осталось 5 в 1 проиграть, я не знаю. Скорее на респе в молотове Ударом по крышке гроба. Ну, максимально просто для себя. Понятно, играет Cloud9, уже пушится шорт. Понимает, что против пистолетов, хотя размены равноценные, все-таки поступают. Заторкали эскадудла, не отпустили его. Ой-ой, ну и вот... То, что мы видели, кстати, по ходу первой карты, то есть малейшие ошибки, малейшая расхлябанность какая-то в игре, и у Геройков-то все-таки силы на борьбу есть. Нельзя просто бегать по карте Cloud9. Действительно, за это довольно часто герои цепляются. При этом счет-то 6-4. Я вижу уже 2 ВП. И, в принципе, конечно, по игре видно. Конечно, понятно, что Cloud9 должны закрывать этот мираж. Но вот по счету тут, конечно, возникают еще определенные вопросы что-то, возможно, попробуют, поэкспериментируют, не свойственное себе. Мы сейчас увидим от cloud потому что если бы действительно играли хотя бы там на 60-70% возможностей, применяли свои тактики, то такого счета мы бы не увидели. Тем временем начинается раунд с коктейля Молотова под базой Б. Бомба в районе респауна. Тарик должен, по идее, ее забирать. Или это будет делать Стюи, неважно. Ну и финальный акцент Смещается, смотри, вообще вся тройка с базы А смещается. Ну, кстати, один такой раунд мы уже видели, когда ставили одного под базой Б героики, решили сыграть в угадайку, на неочевидном временном отрезке клуда все-таки вышли, ну и пока все выглядит так, что будет некое повторение. Так, ну бомба. Ну бомба пошла, видимо, давать раскид. Ну, то есть смотри, экспериментальный пошел Counter-Strike от Cloud9. Ого, ну вот эксперименты закончены. Изитек всю эту движуху зачекал, первый фраг делает. Тем не менее, это не отменяет раскидки. Да, понимая, понимает, что никакой повторной агрессии не будет. Откидывает смоук, его отрезают также дымовой гранаты. Изитек. хороший минус. Ну, имеет шансы на еще один фраг, делает его. Тут mm. даже четвертого. Давай Исуху, пропрыгивает десантник. Этот фраг застилил Ника. Да, выход, конечно, в дым был крайне амбициозным, но безрезультатным в исполнении Cloud9. Изитек... Я перестреляю, кричал каждый следующий, выходящий из МК, но все в одну калитку полетело. Изитек разбушевался. Все по 3000. Тут особо э, не оставили сами себе опции Cloud9 в плане выбора девайсов, диглы, цзшки. Есть один армор даже, но не более того. Ну никто не отменяет того момента, что Клоуда и такой раунд могут забрать, могут, а могут на расслабоне и слить Мираж. Тут пока не ясно, нам же лучше, посмотрим трейн. Так, ну пока что поближе. Под ямы играют, пытаются выудить соперников на агрессию в этот самый момент уже контакты под домом Б. Хаешечка в этот раз не настолько результативная, Зитек тем не менее смотрит в дистанцию Савика четко. Снайпи будет разбираться с базой А. И как раз таки к нему в гости пойдет сейчас ударное звено Cloud9. Так, ну и без каких бы то ни было гранат. Четко на контактик. Cloud9 уже чекают поверхность базы А. Такая пассивная закрытая игра приносит свои плоды. Снайпи делает фраг, пытаются его здесь доработать, но никому это сделать не удается. Ну что, ни к чему не привела вот эта вот агрессия на точку А. Тарик пытался прошить, но Снапи спокойненько двойку из ямы уничтожил. Изитек уже что-то здесь, да, наверное, не стоит с диглом выцеливать. Есть АВП всегда. Ну и 40 секунд. Очевидно, что это будет Б-плент. Изитек все это время контролировал Стюи. Знаешь, вот есть одна команда, которая мейджор не выиграла, название ЕСК, но тем не менее к любому сопернику она относится с долей уважения, не позволяя себе каких-то вот придумок в плане «давай пофанимся», «давай побегаем», что-то изикаточка так изикаточка, но делает все дисциплинированно и четко. cloud кстати, за этот момент, если такой на самом деле есть, мы сто процентов знать не можем. Выпрыгивание по одному. Да, ну, за это наказывать героики просто-напросто обязаны. Пусть они победят целиком и полностью в этом BO3, но, по крайней мере, карту Мираж должны отжимать. если, опять же, продолжится подобная игра от Cloud Nine. Ну, сейчас есть 5 калашей, дым на старт, какой-то классический раунд нам должны показать ребята из Северной Америки, дым в окно, дым в коннектор и, возможно, даже какой-то быстрый аркадный выход в «Б». Так, ну Юги здесь теперь на обороне. Первым будет стоять с той же снайперской винтовкой, что у Изи Тега. Молотов. Ну, правда, дэмэджа никакого не наносит. Юги. Должен одного убивать. Нет, не получается сделать минус. Стоп. Вторая попытка. Можно Невидимая еще ВП. выпад. Нет, все-таки не получается. В его исполнении два фрага становятся последними. Уходит в следующий раунд. И Клоднайн остается втроем. Надежды на выход под базу Б не оставляют. Десант. Дудл ответил. Ну тут уже хелпа, понятное дело, подоспела. Все, на Б, наверное, ходить не стоит. А я думаю, знаешь, они просто, ну не знаю, тренируют что-то подобное. Не тол получилось бегать. раз, не получилось два. Давайте будем обузить эту тактику, пока не получится. Ну, я ничем другим не могу объяснить. Постоянные попытки Cloud 9 выходить на точку Б. Как бы там жестко не стоял Юги, и Зитек. Ну, они просто бегут на этот тавик, а он их стоит из той же позиции штампует. То есть игроки меняются, позиция не меняется, как и количество Результат фрагов. тоже не меняется, на самом деле. Ну, то есть АВП свои там 2-3 фрага все равно делает, а дальше тиммейты уже хелпуют. 7-6, уже впереди героики. Ну что, раскидный раунд по точку А. Есть некоторое количество смоков, пару арморов, пару диглов. Прилетает все, понятное дело, четенько здесь. Так, ну и Дошел момент до дефолтного раунда рабочего. Нужно, конечно, дочекать было сэндвич. Очень жестко здесь стоят дачане. Ну им 4 в 0. Рабочий раунд не только для Клаудная, но и для героев. Позиция сэндвича оказалась непроходимой. Последний раунд первой половины сейчас у нас с вами на экранах. Можно купить авик для атаки. Утиматик над этим размышляет. 5000. Нет, все-таки калаш, все-таки гранаты. Да, предпочтение будет отдано именно раскидкам. Но Слишком много времени. Клоуда тратят на свои раскидки, а по факту ими так и не пользуются. дал, Видимо, какое-то совещание. До конца проводили Клоуд 9. Стюи занял мидл. Неочевидная позиция Стейн. Юги, но он мажет. Второй Большая раз мажет. ошибка в стрельбе. Может сейчас стать фатальной. Прорыв коннектора уже осуществляется. Юги понимает, что ему нужно халповать своим тиммейтам. Стюи вроде бы пробежал, но там уже в спине двое. А, ничем не закрыт пока коннектор. Моди. Отличное попадание. Два в четыре. Супер, один. скорости от Cloud9. Скадудл остается последний. В троих ставит эту бомбу. Ну и попытаются все-таки герои здесь действовать цельно и втроем. Скотэ по идее, уже должен был прийти юге, но не нужно. Не нужна его помощь. Ник оставит точку в 15-м раунде, выводя свою команду на счет 9-6. Ну и как-то... Это сидит один Петрик. Во сне прям крутится в кровати, уже седой просыпается. А пацаны в нижней сетке. Сплава. Ну, вот знаете, насколько непонятная была игра от героиков, но там можно как бы списать ее на недостаток сил, да, недостаток понимания. То есть довольно серьезный соперник в противовес, все получается, все перестрелки проигрываются, непонятно, что делать дальше. Настолько непонятную игру мы видим на Мираже. Клоуда проигрывает пистолетку, проигрывает, ну, окей, форс-раунд, следующий девайсный также, потом забирают форс, с этого начинается их серия, неплохая, в 6 раундов, и потом какие-то фантактики. Ну, если бы не отдавали еще 4 в 2 и 5 в 2 героек, то... Могла получиться вообще разгромная половина. Да, наверное, счет какой-нибудь 1 в 4 мы бы увидели. И это было бы, ну... Но это не говорит о том, что Клоуда не вернутся за сторону защиты. В общем-то, довольно сухая оборона может от них быть. Если получится первая стадия базовая сухой обороны, то в дальнейшем, опять-таки, руки будут развязаны, те активные пропики, контроль меда и все то чудесное, что мы видели на мажоре, на миражах многочисленных, мы сможем также этим насладиться. Есть, конечно, опция у команды Cloud9 постоянно пушить по карте, и тогда, возможно, все это противостояние и на третью карту переедет. Коэффициенты на второй пистолетные в пользу команды Героев, что какой-то супер раунд в атаке у них есть. Почему? Пользуешь команды Cloud9. Но в пользу Cloud9 имеют два почему коэффициент на героев, то есть как бы. Ну, близенький, близенький. Ну, очевидно, 50 на 50, то есть здесь коэффициенты какие бы ни ставились, в любом случае это 1.85 на 1.85. Рулеточка. Выход на, B. выход на Б, выход на Б. Действительно, удачи командам вам. Приятного просмотра сочного КС. -а. К базе Б, кстати, готовы Cloud9. Там трое игроков. И вот тут Тарик может, правда, в аркаде умереть. Но нет, стал строго. Так, ну, четко на контроле. В принципе, подобные позиции занимают и все его тиммейты. Скадудл отказывается от проброса. Ну, сэкономил эту флешку. Ну вот, После ее... сейчас бы пробросил ее. На самом деле здесь Старику не уйти. Сколько фрагов сделает этот вопрос? Уже два в его исполнении. И, три попытки его закрыли. Ну, две стопящие флешки, конечно, дал Скадудл. Команда уже была готова занимать бэп в ретейке. Но... Герои кослепли, поэтому стояли просто и не шевелились. А вот тут без инфы, по-моему, идет парень. Так, ну, знаю. Оп, нет, автоматик контролирует ситуацию на карте. Позиция на 90, в какой-то момент будет открываться. Кадудал гремит просто по окнам. Ну, что, последний ник отбивается как может. Да, снял пол ХП с кадудлом, но это был, конечно, слабенький результат. В итоге потеряли только одного Тарика, который уже физически не мог никуда отойти со своей но позиции. Он свою роль исполнил на 100%. То есть даже одного бы фрага там хватало, тиммейт подхватывали. В любом, в любом случае, сделал два, погиб после этого. Ну, изначально Клоуда как будто что-то знали. То есть, укрепление базы Б присутствовало, флешки были, все было разобрано по полочкам. Героик. Закупаю 4 ЦЗшки, Дигл и 4 Смока. Дым на старт, выход на базу А. Вот так по классике Героик особо тут велосипед не изобретают. Ну, гениальное просто на самом-то деле, почему бы и нет. Тем более, если удастся достаточно классные Смоки пробросить, то... Могут создать они панику, клоуз, дистанции, но это все надежды героиков на этот раунд по крайней мере, зайти, установить бомбу есть. Весьма весомые шансы здесь у дачан. Ну и, кстати, хотелось бы подчеркнуть закуп клаудов. То есть три Фомаса это на победку так закупились. Да, на перспективу. Действительно, не собираются здесь абсолютно умирать. Закрывать этот раунд в сухую, возможно. Так, ну и пошла раскидка. Выход под точку А. Скадугл тут навряд ли что-то найдет. А вот под КТ Ой, Бауна. какой зазор. Там зазор в смоке. Если бомба будет ставиться на внутреннюю, то это серьезные шансы для Cloud9. Если бомба вообще будет ставиться, пока только серия разменов. Бомба упала просто на землю. Остаются изи тек и снэпи. Но тут уже дым закончился на КТ. Все. Бомба лежит. И, кстати, приехали. прочекали ее. Тарик повторно совершает то же самое действие. 3 в два, и приходит спина от аутиматика. Никакой бомбы, говорит он, не будет. Позиция на ниндзя, последняя, дострел, юги с хаешки. Н да нет? Как? как? Куда она там взорвалась? закатилась? Зарезали, да лучше бы взорвался. Ну не хае, так нож. Ну, в общем, да. Опять-таки, Фанова, Найн относится к таким ситуациям довольно простым для них. Ну куда хаешка упала? Да как-то за ящик, видимо, закатилась действительно, или под него. Ну, в общем, должен был взрываться, но напоролся на нож в итоге. Последний игрок команды Героик. Бомбу не ставили террористы, поэтому это довольно безопасный выход на счет 9-9 в исполнении Cloud9. Ну и героикам, наверное, опять-таки стоит поработать здесь на бомбу, выйти вместе, попытаться, по крайней мере, организовать операцию «Живой щит». Не согласен Раш. Эвакуируется на более безопасное расстояние, настреливает с МСА, переключается на дефолтный пистолет и все-таки уходят в мир иной. А что по бомбе? Бомбы-то в любом случае не будет. Да, убили Раша, Юги забрал этот Фомас. Просто бежит в Молотова у тематика, как бы заканчивает этот раунд вообще без печали. 9-9. Абсолютно тождественный счет, дистанция девайсного для датчан. Ну и нужно отвечать. В любом случае, не только раскидной раунд А есть у команды героек Самое время, возможно, команду Cloud9. А вот это интересный коэффициент, смотрите. <laughs> в есть... одном раунде, да. Да, 10-й 10 раунд могут взять и те, и другие. Шансы 50 на 50, а коэффициент в пользу коллектива Cloud9. Далеко Хотя не тех... 50 на 50. Да, у тех, кто в коэффициент, имею в виду далеко не 50 на 50, а шансы-то равны, да, это да. понятно. Сказал я, не только раскидной раунд на А у и они делают снова раскидной на А. Пощупали позиции, в принципе, серьезно видоизмениться они не успели у Cloud9, поэтому максимальный prefire-мод можно организовать. Но пока ждут нужного тайминга на выход. Походу, это будет минута 20, там уже минусует Стюи. Под балконом действительно находят первого. На фармгане был Стюис, а Дудл попадает из АВК. Из АВК? Из АВП, конечно же. Ну, все, как так. бы. На сэндвиче запалили, в упор. ХПшечек нет, позиции нет, бомба на земле. Как в... cloud на Б ходили и постоянно умирали. Вот да. то же самое делают герои. Что-то похожее. Действительно, бьются о непреодолимую преграду в своей атаке героики, но тем не менее раз от раза эту тактику обузят. Первый девайсный мимо для них, бомбы поставлено не было, по большей части по 3000 на руках, скорее всего до закупка пистолетами, минимально арморами, и это все, что мы увидим в этом раунде. А вот изменится ли вектор атаки? Не ясно пока что, действительно. Пора бы какой-то выход на мидл оформить, занять тоннель, возможно, похалдить. Мы помним, Cloud9 на первой карте, ощутив преимущество, уже бегали. Но сейчас бегать, не, конечно, рановато еще. тут. Опять раскидки по точку Б, точнее, по точку А. Фейк. Фейк-герои решили делать. Раскидка, выход. А, нет, это коннектор. Так, ну, Окончательный, наверное, акцент все-таки будет создан под базу А. Ого, многочисленные смоки на головы. Отрезают джангл. Дуэль на пистолете проигрывает Скадудл, переключившись на него. Все-таки сильнее был Визитек со своей ЦЗшкой, но Стюи почистил. Контролирует коннектор Стюи. Ну, нужно на Б, возможно, попытаться выйти. Правда, двойка вместе с бомбой под окном осталась. Снапи забрал калаш. Да, выпустил это в окно. Окно пустое. Плюс два девайса для героек. Становится максимально напряженная ситуация. Юги на вычислении активных прочеков коннектора. Пока что героики в очередной раз терпят. Что-то похожее мы видели в атаке на карте Инферно. Такая игра, где они принимают огонь на себя, заставляют двигаться клоудная. Но теперь в абсолютном меньшинстве клоудная не собираются покидать свои дефолтные позиции, расставившись по факту 1-1-1. Ну, судя по моде, выход все-таки будет на точку А. Правда, в самом-самом последнем уже тайминге. Здесь, в принципе, пока только один Стюи. Но мы знаем, на что этот парень способен. Стюи может похоронить сейчас все надежды. Опа, минус бомба. Отлично, 20 секунд теперь у команды Героик. Ну, и вовремя приходит Раш, который минимизирует шансы на поражение своей команды в этом раунде. За бомбу еще придется сходить. Но Раш не будет отпускать эту ситуацию. Рассматривает М, Все весело. А вот сейчас не очень весело. Ай-яй-яй-яй, куда же побежал сейчас раз, 5 секунд до конца. Двайт-шорт переключается на коннектор. Ну, жестко, действительно, ситуация классная от Юги. Главное, чтобы это вселило уверенность в остальных его тиммейтов. Незаконный, просто кладж-раунд, вытаскивая сейчас Юги. Уже таймера не было, один в два оставался. Но не зря КД у него практически двойка. 20 фрагов, 11 смертей очень жестко отыгрывает. Пока что, опять-таки, промежуточный равный счет у нас на табло. Попытка от Юги пикнуть и прибавить себе в копилку еще один фраг. Имея в распоряжении хороший спаун, но промахивается. Но, тем не менее, попытка была зачетной. Снапи остается контролировать мидл пока один. Позицион, как 9 чуть чуть изменилась, но далеко не на 100%. Просто контролирует карту. Так, ну и Волновой выход на мидл. Аккуратно под флешку здесь пытаются О -о -о. выпустить снапи. Полетела флешка. Ну, Очень все аккуратно, да, с подстраховочкой. Максимально отшлифованно должен пройти этот раунд для герой. Логично и понятно, и победно, но мидл заняли. Окей. Мидл-то заняли, но мидл готовы делать э контрагрессию. Клоудная в центре. Ну. Пока О. не решается. Смок на коннектор проброшен. Так, вторая волна раскидки. Стюи. Между двух смоков. Попытается сыграть агрессивно. вот это может быть сюрпризом для героиков. Потихонечку проходят они по шарту. Не заметили голову Стюи. Тот отвечает фрагом. Увидел, увидел всю эту движуху. Очень качественный Молотов дает автоматик. Дым вот-вот закончится. Стюи работает в него и ну, не попадает по голове. Немного не туда смотрел Стюи. Тем не менее, бомба повторно выбивается. Автоматик делает это. И остается моди Изи Ну, проходят под базу Б, а вот бомбы у них нет. За ней придется возвращаться единственному Изи Тегу. Теперь сильно дамаженного все-таки Тарика. Уносит. Главное, не бежать сейчас до да, последнего. Самый z приходит 11-10. Все-таки не выпускает Cloud9. Вперед своих соперников. Тактическая пауза. Тем временем от террористов. Нужно подбить экономику. Придумать какой-нибудь классный раунд. Ну, в. Парится зэшек буквально. И то юги навряд ну, ли будет. Ну, все, парить. вот знаешь, перспективно, как казалось, геройкам выглядело. То есть под страховкой на каждом моменте, на каждой дистанции этого раунда они подходили и э, контролили собственные гранаты. То есть, одна волна раскидки. Выуживаем клоуднайн на э, контрагрессивные действия. Нет, их окей, проходим дальше. Раскидываем второй раз. И вот тут вклинивается весь этот план 2v2k, который просто-напросто затерялся между двух смоков и начинает э, вергать в панику все это звено меда. Индивидуальные действия зарешали тот самый пресловутый фактор. Игрока поломал весь раунд команде героик. И Стюи, э, как и полагается в нашем остросюжетном но, триллере, знаешь, убил еще и Кей. Здесь все просто с другой стороны. Вот Cloud9 такие раунды как разыгрывают? Они запускают Тарика. Смак десятым, не смак десятым. Но коннектор постоянно кто-то должен контролировать. Причем иногда это происходит ценой собственной жизни. Но за счет потери этой жизни да, игрока они проходят шорт. У героиков как бы все хорошо, раскидки есть, но никто на коннектор просто не смотрит. Пришло время героик, интересно, в дым выпрыгивать по одному. Гранат нет, дожидается пока. Так, ну вот опять, противная игра на выуживание. Пойдет Раш или нет? Ну, Скадудл закроет яму, это понятно. То есть Юки там навряд ли поможет тиммейтам. Нет, Скадудл не попадает. Раз, два, три, четыре, посчитал. Ну, эйс обломали. Ну как, облом, не, об, не справился, обломали игроки-героек, сами по себе эйс. Интересно, что Скадудлс ушел, по нему там попали пару раз из дигла, он просто решил, ну там, каждый сам за себя, раш. Ну раш справился. Видели мы ваши раунды в атаке по точку Б через смоки, есть у нас похожие только через ковры на, сказали, героики, но и были точно так же удачливы, в кавычках, как и Cloud9 в первой половине. Не сказать, что очень серьезно пробустились в плане денег. Героек сэкономим абсолютно все в прошлом раунде. То есть это Галил это очень ограниченный запас по гранатам. Их практически нет вообще. Но есть вот такой антрикил. Поймали на тайминге. Тарика пробрасывал тот молотов. В пропрыжке все-таки минусуют его. Тут опа. Скадудл тоже. Не Скадудл не прощает, но убили. Подвал прожимается. Агрессивно действует. Стюй. Нашивает по первому. Пытается да не отпустить второго. Спрей, конечно, был слишком наглый. В этот пиксель пытаться простреливать спреем. Моди 11 хп, Юги 12. Близко позиция Ураш на контроле постановки плента под точкой Б. Заметил одного, причем сотого. Все с хедшотами, все на Б. Как теперь их поубивать, непонятно. Стюй там какие-то траектории все это время вычислял, но пришел к тиммейту просто в кухню. Опа, увидели юги. Инфа есть, а этот вообще... Изи фраг для Раш. Первый знает, что второй находится в На коврах. машине, ну и, ну и да. все. Все, он видел нику, он стрелял по нему. Бомба, правда, пищит. Есть киты, нужно действовать более активно. Клауд-9. Пошел диффуз. До конца юги. диффуз. Резать, юги. резать, резать. А где... Девайсы без патронов что ли все были? До свидания раунд. Действительно перебирал девайсы один за одним. Калаш второй, третий подбирает и что-то не получилось. Юги в этом моменте лучше бы наверное СВП стрелял. Я лучше бы резал, прыгал и прям резал его. Но не зарезал. И еще одна пауза. Ну, героик понимает, что тут уже э, лебединая песня, возможно, у них началась, что они буквально в трех раундах от попадания в нижнюю часть сетки, поэтому ну, пользуются возможностью. Там соперник не самый простой, на самом-то деле команда NP сегодня себя неплохо проявившая. Буквально там чуть-чуть им не хватило до победы. Ну или хотя бы до овертаймов. Но действительно шведы будут карабкаться уже в сетке лузеров. Ну и кто к ним присоединится... Сейчас мы узнаем, пока весьма высокая вероятность, что этой командой станут все-таки герои. Ну, возможно, знаешь, ситуация, что здесь по ходу турнира будут героики потихонечку набирать. То есть мы видим, как все для них складывалось по ходу первой карты, во второй немного раскрепостились. Завтрашний день новым будет, если все-таки упадут на Непов, то достаточно интересная должна игра получиться. Но это все будет завтра. Кстати, расписание точно такое же. 4 Best of 3. Так что приходите на StarLadder 5. В 7 вечера по Киеву, 8 по Москве. Саммит продолжится. И тем всего будет 4 дня. Сегодня только первый. Так, ну и смотрим. Героики. АВП у Юги есть. ЮМПшка у Изи Тега. Ну и что? Тот же самый раунд пытаются, наверное, исполнить. Более, более, более активно действует Снапи. Там два авика, но нет авика в окне, да и не нужно, говорит нам Стюи. Дерганный немножко спрей от Снапи. Тарик. Что-то АВП Дает. купил, а стрелять не купил. Дает шансик, но здесь подстраховка от Рашина. Дефолт стоит, по-прежнему никто его не чекал. Пытаются его выкуривать посредством молотов, не достреливает. Подумал, что убил, но не тут-то было. Три в три раунда у Тиматик также не перестреливает. Уже Стюи здесь, пятнашки хп. Так, ну и примерно равная ситуация по хп остается. Так, контроль под базой А. И не захватили героики. Ну и просто ориентируются с поля боя. Бомб Керри успел убежать из-под Тетриса. Скадудл на топал, нак... напрыгал на Т-спауне. И Холдом возвращается обратно, поближе к своему тиммейту. Но здесь наклевывается дуэль с коврами. У Скадудла. Ну, возможно, стоит темочку подобрать было. Придется играть уже с АВП до последнего. Вопрос, начекают ли его вообще, потому так, что ну, Скадудл-то шифтом Сто 100% информации у Стюи, похоже, что нет. То есть он не знает, могли уйти на базу Б без его контроля. Да, дочекивает спину. Ну, на Верочку пошел. Но тут уже или будет возвращаться, я хотел сказать, нужно угадывать ну, все-таки. Так, да. ну, похоже, что какая-то инфа пришла Там в яме, походу, топает просто парень. Так, начекают Скадудла или нет. Опачки, растерялся, минус он. Ну, а и вот Стюри. Стюи неизвестно. Действительно очень классная позиция у него. Ну бомба закрытая. О -о -о -о. заплыв никуда. А Первый изи. No chance, просто обошел через всю карту Стюи один в два. Выиграл этот раунд. Ну действительно было очень сложно его ну, ждать в таком тайминге из ямы. Неконтролируемая, действительно позиция. Ну вот секунд через 10-15 уже бы чекали. Минус 5. Кстати, сделал Стюи. Это был эйс. Вот так растянутый на весь раунд. Довольно долго он его делал. Но эти, минус 5. Эти любимые хайлайты с перемоткой. Да. И в них Стюи попадает. Так, так, так. Раунды все-таки есть все еще девайсные для героик. Отдали довольно много подряд, поэтому закупаются. Ну, до конца. В любом случае, героики здесь просто-напросто обязаны улынить. Вопрос? Опять-таки, к видоизменению собственных тактик. Пока что смачок на старт. Попытка выйти звеном из троих. Здесь как может старается потеять Стюи, нашивая в дымовую завесу. Выпуская своего соперника без внимания. Точнее, своего тиммейта. Без Ultimate внимания. тиммейт затерялся по первому в спину. Но все-таки перекрывают ему кислород. По спине. По спине залетает слишком много дэмэджа. Стюи похоронил, по факту, почти все надежды команды героик. Моди последний с бомбой и верой в лучшее остается. Ну не ставит. Ну не торопится ставить эту бомбу, понимая, что просто не отстреляются. Троих попытка сыграть в тело. Здесь хотя бы одного. Ну, была возможность, кстати, и двоих здесь забрать на шарте, и потом же оставаться на клач ситуация один в один. Мечты, 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 15-10. Матч-поинты для команды Cloud9 прямо сейчас начинаются. Последняя отчаянная пауза. От команды героек 3700-3000. Скорее всего, кто-то закупит Галил, возможно, ЦЗшку, кучу гранат. Но так-то. Только один раунд был в атаке у героек. Ну и на самом деле множество вариаций мы увидели от героиков. И на скорости проходили мидл, и любимые раскидные раунды по точку А с пистолетами и с девайсами делали. Но пока Cloud9 неопровержимо сильнее на карте. Мираж, как бы там все не складывалось по ходу первой половины. Ну все-таки героик... Наказывают за ошибки, наказывают за излишнюю агрессию команду Cloud9, но не более того, не чувствуется вот прям, чтобы первым номером ну, начинали играть дача. Да, когда сложно, немножечко включаются какие-то скрытые ресурсы у Cloud9, они дисциплинированно начинают отыгрывать раунды, они получаются. Когда соперник дает играть с ними в кошки-мышки, там закидывать гранаты, резать ножом, можно и так поиграть. То есть, в принципе, здесь на 50% собственных возможностей Cloud9 ну, выходят на счет 15-10. Возможно, и вы выиграет эту карту, добавив себе очков за зачет, и будет 16 здесь. Так, решили не закупать. ЦЗшки раскиды, решили просто выйти под базуа. Не работает, не работает этот раунд, но героик его по-прежнему пытается продавить. Так, ну, выход на контакт, без каких-то ни было особых раскидок. Второволновые смоки полетели, расстрел на Тетрисе. О боже мой, гениальный вывод после Тимтока сделали героик. В очередной раз зарашили базуа, в очередной раз проиграли в этой аркаде. 2-0. Cloud9 движутся дальше по верхней сетке, герои падают в нижнюю и будут играть завтра с NIP. Поздравляем Cloud9, это была заключительная встреча на сегодня, друзья. Завтра в то же самое время в 19.00 по Киеву, в 20 по Москве и Минску. Приходите на канал StarLadder 5 и следите за очередными событиями уже второго игрового дня КС Саммит сезона под номером 2. На этом желаем вам с Федором спокойной ночи и пока. Shit.